Всем добрый день, добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Урок номер 121, lesson number 121 out of 366. 121 и номер один у нас повторение. Повторение. Here we review vocabulary or grammar. Сегодня мы повторим родительный падеж, genitive case plural. Genitive plural. Plural. Genitive case plural. Possession. We are going to talk about possessions. Possessions. For example, kids have toys. We will start by using у, the preposition у, дети. So, kids have toys. It's a possession, right? So, we have to change дети to genitive case. И will be replaced with ей. У детей, and the stress will go here. У детей есть игрушки. Есть игрушки. Игрушки. У детей есть игрушки. Kids have toys. У детей есть игрушки. Students have exams. Exams. У. Again, students. Студенты. 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 Let's change it to genitive case. И will be replaced with of. У студентов. Экзамены. Экзамены. У студентов экзамены. У студентов экзамены. Да? У студентов экзамены. Students have exams. Очень хорошо. Идем дальше. Номер два у нас глаголы. Еще глаголы. Number one, because here we will talk about today's verb in imperfective aspect and we are going to conjugate it in present. Today's verb is... Today's verb... Oh my God, why did I write like this genitive? Genitive. Genitive, right? Sometimes I have like lapsus. I just forget how to write a word. Genitive. Yes, genitive. Okay, like this. So, глаголы. Today's verb is бросать. 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 Бросать means to throw or sometimes it means to break up with somebody. Бросать. This is imperfective. Let's conjugate it in present. Я бросаю. I throw. Например, я не бросаю деньги на ветер. Помните этот фразеологизм? Remember this idiom. Я не бросаю. Бросаю. Деньги. Деньги. На. Ветер. Ветер. Я не бросаю деньги на ветер. Ой, извините. Я не бросаю деньги на ветер. Я не бросаю деньги на ветер. I don't throw money on wind. So basically, I don't waste money. I don't buy things that I don't need. Да? Я не бросаю деньги. I don't waste money. Я не бросаю деньги на ветер. Отлично. Ты бросаешь. You throw. Ты бросаешь, например, зачем ты бросаешь деньги на ветер? Зачем ты бросаешь деньги на ветер? Деньги на ветер. Ветер. Зачем ты бросаешь деньги на ветер? Why do you throw money on wind? On the wind. Зачем ты бросаешь деньги на ветер? Хорошо. Why you are wasting money? Она бросает.
Например, он, она бросает все дела и едет ко мне. Он or она, same conjugation, бросает все дела. Он, она бросает все дела. Он, она бросает все дела. И едет ко мне. И едет ко мне. Ко мне. Он or она бросает все дела и едет ко мне. He or she бросает is also in sometimes it means to leave everything behind. So he or she leaves all the things that they have to do and come to me. И едет ко мне. Он бросает все дела. He just leave something that he's doing and he's coming to me, to see me. И едет ко мне. Or она. Same here. Хорошо. Дальше. Множественное число. Мы бросаем. Мы бросаем. Например, мы не бросаем друзей в беде. Мы не бросаем, бросаем друзей в беде. В беде. Мы не бросаем друзей в беде. We don't leave our friends in troubles. Мы не бросаем. We don't leave our friends. Да, leave. We don't leave our friends in troubles and walk away. This is what it means. Мы не бросаем друзей в беде. And we have actually this expression, бросать друга в беде, to leave your friend in troubles and to walk away. Хорошо. Идем дальше. Вы бросаете. Вы хорошо бросаете. Вы хорошо бросаете мяч. Вы хорошо. Хорошо. Вы хорошо бросаете мяч. Бросаете мяч. You throw a ball very good. Вы хорошо бросаете мяч. You throw a ball well. You know how to throw a ball. Вы хорошо бросаете мяч. And the last one is они бросают, they quit. Also it can mean quit. Они бросают курить каждый понедельник. Они бросают курить каждый. Они бросают курить каждый понедельник. Они бросают курить каждый понедельник. Каждый понедельник. 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 Они бросают курить каждый понедельник. They quit smoking every Monday. Они бросают курить каждый понедельник. Отлично. Дальше номер три. Глаголы. Verbs one more time. This time, same verb, but in perfective aspect, we are going to conjugate it in past tense. So, imperfective was бросать. Perfective is бросить. Бросать. Бросить. Давайте напишем. Бросить. Perfective. Бросить. Бросить. Perfective. Да? Бросить. To quit. To throw. So we will have three conjugations here. Masculine, feminine and plural. Бросил. Feminine. Бросила. And plural. Бросили. Quit, 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 masculine, feminine, plural, threw, 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 masculine, or left,
и так далее. Let's put it in context. Я бросил, or я бросила, I quit, or, да, я бросил, or family бросила пить. I quit drinking, sorry. Я бросил, if you're a man, if you're a woman, я бросила пить. I quit drinking. Отлично, дальше. Ты бросил курить? Ты бросил? Or if you're asking a woman, бросила курить? Курить. Ты бросил курить? Did you quit smoking? Ты бросила курить? Did you quit smoking? But feminine, if you're asking a woman. Отлично. Он, она бросил. Or бросила. Он, она. For он бросил. And for она бросила. He or she quit. Он, она бросил. Or бросила. Курить. Smoking. Он or она бросила, бросил or бросила ему мяч. Ему мяч. He or she threw a ball to him or at him. Он, она бросил or бросила ему мяч. Ему means to him, in his hands. Он, она бросила or бросил ему мяч. Хорошо. And the last one is plural. Мы, вы, они. Мы, вы, они бросили, бросили, бросили нам вызов, нам вызов, вызов. Мы, вы, они бросили нам вызов, вызов. He we, you, they бросить вызов to throw so basically it means to challenge somebody. Бросить вызов means to challenge somebody. Literally it means to throw provocation, something like that. Мы, вы, они бросили нам вызов. Мы бросили нам... Вы бросили нам вызов. So, without мы. Вы бросили нам вызов. You challenge us. Они бросили нам вызов. They challenged us. Мы doesn't make any sense. We challenged us. Doesn't make any sense. So, for example, for мы, let's use... Мы бросили им вызов. We challenged them. So им will mean them. And it will go with вы and with они. Вы бросили им вызов. You challenged them. Они бросили им вызов. They challenged them. Хорошо. Идем дальше. Номер 4. Idioms or sayings. Idioms or sayings. And today's idiom or saying is подложить свинью. Подложить свинью. Свинью. Подложить свинью. Подложить свинью literally means to put a pig. To put a pig. To put a pig at your door, да? Like, you know, like people can leave a child at someone's door. This is about, it's like to leave a pig at your door, or instead of something that they promised you to give you a pig, подложить свинью. This is what it literally means. Basically, it means to screw someone over. To play a dirty trick, to play a dirty trick upon somebody, подложить свинью. Например, она подложила свинью своей лучшей подруге. Она
подложила свинью своей лучшей подруге. Она подложила свинью своей лучшей подруге. She left a pig on her best friend's door, or she gave her a pig instead something else. Basically, she screwed her best friend. She maybe, I don't know, maybe she told on her or betrayed her, basically. Она подложила свинью своей лучшей подруге. Отлично. Идем дальше. Номер 5. Выражение. Expressions. Выражение. Expressions. And today's expression is по-вашему. 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 I think we already talked about по-моему, which means in my opinion. По-моему, in my way. Literally, basically, in my opinion. По-вашему, in your way. Literally, basically, in your opinion. Например, for example, откуда, по-вашему, я должен был это знать? Откуда, по-вашему, откуда, по-вашему, я должен был это знать? Я должен был это знать. Откуда, по-вашему, я должен был это знать? And it means, in your opinion, I should have known it. I should know about it. How in your opinion? Because I had no idea. How do you think? Why do you think I knew about it? Because I have no idea. Откуда, по-вашему, я должен был это знать? So, why do you think I knew about it? Why do you think I knew about it? I had no idea. Откуда, по-вашему, я должен был это знать? Хорошо, дальше у нас грамматика. Номер 6. Грамматика. Грамматика. Grammar. And today we are going to learn some exceptions in genitive case. So we have глаза, eyes. Глаза. Eyes. In genitive, it will be глаз. Глаз. So, глаза, eyes, plural. Genitive plural is глаз. Genitive plural, глаз. Например, for example, 100 пар глаз будут смотреть на меня. After a number. Bigger than 6, we'll have a genitive case. 100 par glass, 100 pairs of eyes. 100 par glass, par is in genitive as well. 100 par glass, 100 pairs of eyes будут смотреть на меня. Будут смотреть. На меня. 100 пар глаз будут смотреть на меня. 100 pairs of eyes will be looking at me. So, глаз is in genitive case because it is after a number. Another example. Какой у нее цвет глаз? Какой? У нее цвет
glass. Here glass is in genitive too. Color of the eyes. Eye color does she have? Какой, literally, what color of eyes she has. So, color of eyes, eyes is in it's a possession here. Color of eyes. This is why glass is in genitive case, because this is a possession. Какой у нее цвет глаз? Or masculine, какой у него цвет глаз? Какой? Какой у него цвет глаз? Цвет глаз. Какой у него цвет глаз? What color are his eyes? Literally, what color? Какой у него цвет глаз? What color цвет глаз of eyes he has? So it's a possession here. This is why we will use genitive case. Хорошо. Идем дальше. Номер 7 у нас диалог. Диалог. Итак, давайте начнем наш диалог. Сколько тебе нужно денег, чтобы быть счастливой? Давайте спросим. Сколько тебе нужно денег, чтобы быть счастливой? Сколько тебе нужно денег? Нужно денег, чтобы быть счастливой. Счастливой. Сколько тебе нужно денег, чтобы быть счастливой? How much money do you need to be happy? We are asking a woman here because it is счастливой. This is feminine. If we would ask a man, we would ask счастливым. Счастливой, feminine, счастливым, masculine. Сколько тебе нужно денег, чтобы быть счастливым? Хорошо, счастливой, feminine. Let's answer. Миллион долларов. Миллион. And after a number, the noun will be in genitive case. And we have доллар. Миллион. Доллар. Да, доллар. This is nominative, you can't leave it like that. We have to make it genitive. Masculine ends in a consonant. Plural, let's add of. Долларов. Миллион долларов. Million dollars. Отлично. И последняя часть, номер 8, у нас короткая история. A short story. Короткая история. История. A short story. Первое предложение. Вчера я спросил свою девушку, хочет ли она поехать со мной на день рождения моего друга. Вчера я спросил. Вчера я спросил свою девушку. Вчера я спросил свою девушку, хочет ли она поехать со мной на день рождения. Со мной на
день рождения. На день рождения моего друга. На день рождения моего друга. So, вчера я спросил свою девушку, yesterday I asked my girlfriend, хочет ли она поехать со мной на день рождения, if she wants to go with me to my friend's birthday, на день рождения моего друга. Она была не против. Она была не против. She wasn't against it. She was for. She agreed. Она была не против. She agreed, basically. Она была не против. Мы договорились встретиться на вокзале завтра в 8 утра. Мы договорились встретиться. На вокзале завтра в 8 утра. We agreed to meet at the train station tomorrow в 8 утра. At 8 o'clock in the morning. 8 утра. Мы договорились встретиться на вокзале завтра в 8 утра. Probably they are going outside the city. Хорошо, давайте еще раз прочитаем. Let's read it one more time and we are done. Вчера я спросил, yesterday I asked. One time action, finished action, so this is perfective. Спросить свою девушку, хочет ли она поехать со мной. If she wants to go with me, we are talking about one trip, so поехать is perfective aspect. Со мной на день рождения моего друга. With me, with whom, с кем, со мной. This is instrumental case. На день рождения моего друга, to my friend's birthday. Она была не против. She wasn't literally against it. So she agreed, basically. Мы договорились, we agreed, perfective, one-time action, finished action, встретиться, perfective as well, because we're talking about one meeting, на вокзале, where at the train station, this is prepositional case, завтра в 8 утра, tomorrow at 8 o'clock in the morning. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами завтра. See you tomorrow at the same time. If you want to support my channel, you can become a member here on YouTube, or you'll find some links in the description box below. Don't forget to like, to subscribe. Спасибо, целую вас, чмоки-чмоки.